Всем здравствуйте, вы на канале Пират... Подожди. Всем здрасте, вы на канале Пиратская жизнь. Подожди. Ну, картинку... ну перемешать-то мне надо. Господи, ну что за человек? Всем здрасте еще раз, вы на канале Пиратская жизнь. С вами Занина. Глупенькая, старенькая уже, без памяти, бабка. Без головы. Да, старая бабка. И Вован. Вот, он моя молодой опора. Красавец. Девочки, да. В общем, короче, смотрите, на ужин у нас сегодня гречка с курицей, с куриной печенью. Ну-ка, зирки. Да. Короче, вот такая вот у нас сегодня вкуснота. Не клала масло, ничего не клала. В общем, прям так вот соусом налила. Все как есть. Да, все как есть. В общем, у нас еще винегретик, смотрите. Вот так вот Вован настругал. Это вот нужно доесть. Да, в общем... Все, микроволновка стоит, я уже ее обвешала, я уже бабочками ее завесила. Кстати, смотри, бабочки очень классно прилепились. Да. Они прям лучше, чем на вот эту, кстати, игра. Прилипли. В общем, давай за микроволновку. За микроволновку. У нас сегодня пипи ужин, пипи. Пипи-пипи. Так вот. Все полезно. Девочки, все. Я, короче, походу эту сдаю. Все. Как выкинула, сама непонятно, вот эту вот терку. Вообще, в общем, с ума сойти. В общем, я тут сейчас стояла с Вовчиком в обнимку, плакала. Говорю, Вова, только меня не бросай. Я, видишь, уже плохая стала. В черного пусть. Говорю, только меня не бросай, башка у меня уже прям совсем. Я не знаю, как я умудрилась так это потерять. Сейчас, короче, достала, у меня там всего лишь две вот эти вот насадки. Все облазили, мусорку все облазили, облазили весь холодильник, нигде нету. Как я ее могу, куда я могла деть? Последний раз я ее видела, когда мы готовили борщ. Походу, я вместе с очистками. Молодец. В общем, я, девочки, так переживаю за свое здоровье. Это прям серьезно. Без хихи-ха-ха. Что-то у меня там голова уже. Плохая стала, да? Вообще, да. Говорит. Забываю, теряю, выкидываю. Глядишь, еще ты за мной досматривать будешь, не я за тобой. Вот иногда все хорошо. Вот иногда, знаете, когда вот ты сосредоточен, спокоен, не торопишься, все хорошо. Но когда ты торопишься, что-то делаешь, понимаешь, у меня же процесс, мне же нужно и приготовить, и с вами поболтать, и посмотреть, где чего как, проконтролировать Вовчика. Короче, девочки, не знаю. Мне кажется, я слишком много на себя беру, а нужно быть на самом деле просто слабой женщиной. Больше, так сказать, доверять Вовчику. Вот, а я как-то все. Из рук вон плохо. Вот. Ну ладно. Благо у меня есть вторая, запасная. Вот. Как у хомячка. Ага. Как знала. Просто вот сейчас вот я искала, и прям все. Я сразу такая сижу и такая, пипец. Истинный хомячок. Да, старею. Еще если в 36 такое, что же будет... Или то в 50. Что, у меня вообще там деменция будет или что-то такое? Что же будет в 100, будет 40? Угу. Тут я к 40 годам уже, видишь, такая. У меня сегодня целый день башка болит. На улице у нас минус 30 уже. Сколько? Показывает. Реально, прям последнее. Минус 28. Вот так вот. Уже градусик пить и прицепить его. Угу. Минус 27 показывает. На улице очень холодно. Мы сейчас шли, я просто прям пришла, у меня ноги красные прямо, как будто их обморозил. Угу. Кстати, еще вкусно. Потому что в джинсах кровь не циркулирует. Я уж не знаю, где там что циркулирует. Но у меня помимо джинс, там еще эти штанишки. Угу. Подштанники, так сказать. Уж блядь, Василек. Ну, тебе хорошо, Василька, да? Да. А ты ничего под них не надеваешь? Нет. А вот такой чистый у этих васильков? Да. И тебе нормально? Угу. Этот василек прям зарешал. Они толстые и не продуваются. У нас теперь еще тазик салата. Так, вот эти огурчики надо есть. Ой, винегрет классный. Правда, конечно, прав Вован. Мало свеклы. Очень мало свекла. Девушка, буду помедленнее говорить. Я когда быстро говорю, какая-то фигня происходит. Забываю все, да? Да. У меня язык не успевает за мыслями.
Вроде я понимаю, что я хочу сказать, но рот не успевает озвучить. Когда спокойно, когда говорю планомерно, все хорошо. Вот так же у меня. Когда что-то быстро хочу сказать, отвлекаюсь. А, ну вот видишь. Когда нет, тогда нет. Ну что, в общем, буду теперь тоже медлить, наверное, как вам. А черепашкой, да? Ниндзя. Да нет, просто понимаешь, иногда действительно очень сильно торопишься. Как ты хочешь и здесь успеть, и там успеть. Зачастую делаешь все как Цезарь. Вот, и в итоге фигня получается. Ну, ты знаешь, нет. Я головой пытаюсь контролировать процесс, что я говорю, как это вообще смотрится в кадре. Я это снимаю, еще попутно пытаюсь что-то приготовить, понимаешь? И все, у меня процессор не справляется с задачей. Оперативку надо менять. Я, конечно, шучу, но... Так. Обидно. Но железо надо менять. Даже еще с тобой сегодня куча, блин, забыл хлопот. Ну, просто грустно. У тебя этот обновить надо. Пенек. Пенек? Мясного там, надо в какой-нибудь. У тебя вход там третий стоит. А уже десятый вышел. Не смешно. Ну ты смеешься, а мне смешно. И правильно, Лаланд. Но пенек стоит. Понимаешь, смысл в том, что у тебя твой пенек особо сильно так не нагружает. Он тебя не выполняет свою задачу. Твой пенек покушать, полежать, поиграть в игрушки. Нифига. У меня голова за все болит, понимаешь? Да только за всех. За всех, да. За все и за всех. Поэтому. Поэтому твой пенек не справляется с старой. Да. Потому что он уже сдает, он уже. Я говорю, я обновить хочу быть слабой надо. Женщиной. Как вот, чтобы ты мне открыл бутылку, чтоб там это, вот нес сегодня. Вот видишь, ты же сегодня молодец. Нес микроволновку эту. Кряхтел, верчал, кричал на меня. Донес. Ну. Донес же. А ты вокруг нее прыгала, как мочка. Но мне было неудобно. Во-первых, у меня ногти длинные, это раз. Да. Во-вторых, там даже не зацепиться, там вот этот вот пенопласт, понимаешь? Угу. Сделаем и вот я пытаюсь вот руку туда просунуть, чтобы вот пальцами вот так вот. Она получается вот так вот держишь, и неудобно. Ну, когти мешают. Ой, не знаю, в когтях хотелось. У меня когтей таких нету, я их спокойно держу. Ты же донес, молодец. Девочка, скажите, вот у вас было такое? Когда у вас просто процессор, так сказать... Зависал. Зависал, да. Лидар. Не, а реально, что-то... Вот реально, блин, вот... Мне, конечно, не до смеха, знаешь. Я вот... Ну, мне грустно. Понимаешь? Думаешь, действительно, что это с тобой такое? Или просто это как бы... Нормально. Когда ты пытаешься все успеть, у тебя что-то валит из рук. Ты делаешь несколько дел. Какой-нибудь обязательно накосячишь, да? Ну, как я умудрюсь так выкинуть? Да что ты не Цезарь. Ну, блин, ты представляешь, их 5 изначально было. Вот эти достала новую, их 5. Осталось 2. Значит, до этого я уже где-то 2-3 посеяла. Не, хорошо, одну потеряла. Еще до этого 2 посеяла, да? Да. Ну, это писец вообще. И, представляете, выкинули и даже, видать, не заметили. Даже говоришь, что все облазило. Нету. Я говорю... Может, за стиралку? Даже стиралку уже двигала, представляете? Нифига. Ничего. Это ты здесь не выкинула? Чего? Терку. У меня ее оставила. Точно? Ну-ка, погляди. Я, кстати, старую оставила. Я новую брала. Сама терка старая лучше. А это что-то не держится нифига. Ну, я не знаю, в чем проблема. Надо медленнее все делать. Тогда будет все хорошо. Я все, знаешь... Да-да-да. Мне просто прям страшно. Не хочу. Вот это, понимаете, мой разум, мой
светлый ум, так сказать, это моя единственная при этом. Вот, забываю слова, да. Это мое единственное достоинство, скажем так. То, чем я всегда гордилась. Светлым умом. Так вот, отец, да, старости лет. И твердой памяти, да? Да. Светлым умом и твердой памяти был. Ты почелкал. То есть, так сказать, старшим слабовым мне не в кому страдать. Что там показывают? Мульт какой-то. Да. Да. Ну, сейчас фильм смотрим. Собор. Прикольный. Русский. Типа. Угу. Ну, такой, знаете, исторический фильм. Угу. Петровские времена. Там, там любовь. И 700-й год. Как раз когда были это Петровские реформы и прочее. Да. А смысл в том, что из-за любви люди идут на такие героические поступки. То есть обычный холоп стал дворянином. Ну да. Через военную службу. Вот мы вчера 5 серий посмотрели. Сегодня досмотреть. Там же, по-моему, до конца не вышел. Да. Не, прикольный сериал, мне понравился. Хорошо там снято. Конечно, Петр там мелковат какой-то. Нет, Петра играет это Максим Аверин. Да, ну, еще помню. Мелковат. У него был большой рост. А да ладно там. Да. Это чисто условно. Главное, мы сразу поняли, кто Петр. Да. По голосу. Ну. И кто? Алексашка. Так. Может, какие витаминки для памяти? Надо медицину свою начать пить. Видишь, получится. Ты тоже им не увлекайся. Ну, я, знаешь, думаю, только вот так могло быть. У меня же тогда в друшлаке были очистки. Mm-hmm. И я терла свеклу, морковку. И, видать, я бросила, помою потом. Я чем-то закидала ее. И вместе с ней выкинула. А потом не вспомнила. А потом не вспомнила, да. Потому что нужно бегом скорее перекинуть. Туда вывод какой? Что бегом скорее перекинуть и прочее. Я всегда тороплюсь, у меня же 5 выпусков в день. Нужно перестать торопиться. Снимать не 5, а 4. Или вообще 2. Или вообще 1. Один насыщенный, да? Угу. Неделю. Новости за неделю, да? Тебя все отпишут. Ну, видишь, у нас новая ветка. Интересная. Болезнь неизвестной Нинки. Сейчас там наши разнесут. Сделают выводы. Угу. У тебя диагноз, у меня диагноз. Да-да-да. Там у нас все профессора. Да. Поставить диагнозы. Кандидаты медицинских наук. Что-то мне не до смеха, честно. Хочется поржать, конечно, но... Которые лучше знают все диагнозы, лечат по фотографии. Это да. Все, не буду торопиться. Буду помедленнее. Есть надо помедленнее. И жить помедленнее. Везде не успеешь. Я смотрел передачу по РЕН-ТВ. Ленивые, медлительные люди живут дольше, чем те, которые пытаются везде все успеть. Да. Да. Лень, она, так сказать, наш природный механизм, который нам... Самосохранение. Да-да-да. Это как сон. Да. А вот когда ты перевозбудился, тоже, помнишь это? Приезжаем же. Просто берешь, отключаешься. Перезагрузка идет. Угу. Файлов. Вкусный цвет печень получился. А там еще одна порция. Ну, собственно, двоих. Ну. Угу. Хорошо. Что с гречкой, по-моему, переборщил, да? Чего? Что-то много.
Я нормально. Там по пакетику. Ну, как раз. А что ты ем, мне уже наел. Ну, ты, а я уже съел пасте. Ты голодный. У меня растущий организм. Угу. А желудок у меня не больше наперск. А сил для игры и, блин, роста... У слона. И больше наперска слона, да? Желудку у котенка не больше наперск. В твоем случае, как у слона? Нет. У слона меньше. Может, даешь мне? Нет. Я что-то не хочу больше. Я тоже что-то. Уже наелся. Ну, ешь это бодренько. Что ты вот даже этот снежок выпил. А я вот не пила снежок. Ой. Да. Как с голодного края. Да дай вот эти огурчики. Угу. Надо есть их. Ой. Хочется быстрее все делать и говорить. Угу. Я буду стараться помедленнее соображать. Не могу понять, как я так. Че, старушка, все? Нет, с другой стороны, просто понимаешь, вот мой перфекционизм не дает мне ошибиться. То есть, понимаешь, я воспринимаю любую ошибку как сбой системы. Что таким языком говорю? Я же тебе говорю, у тебя пенёк устарел. Обновить надо. Ну. Программу. В принципе, ошибаться-то, в принципе, это нормально, понимаешь? Программу это обновить надо. Ладно, все будет нормально. Ну, уже говорю, просто не торопиться. Когда не тороплюсь, да. Мне и все хорошо. Обновить файлы. Поехали куда-нибудь, обновим файлы. Я уже дома за неделю. Сюда-сюда. Не, ну, кстати, микроволновка прям классно смотрится. Она прям и цвет классный. Вот если бы она была чисто белая, я бы так не смотрелась. Она черная. Нет, ну, я имею в виду, если бы она была чисто белая, черная. Вот стекло вот это, да? И все. Надо сейчас, кстати, почитать эту инструкцию. Чего? А там инструкция только это. Я не понимаю запас. Насчет вот этих вот... зачем мощность менять? Я же тебе говорю... каждое блюдо готовится при определенной мощности. Там максимальная мощность 800. Про это там ничего не сказано. Там мощность 800. Но мне, получается, гриля нету. Гриля нету. Там есть какие-то даже программы. Да. Тут домашний повар тоже, да? Причем, когда включаешь эту программу, она автоматически настраивает мощность. Ну. То есть под определенную программу нужна мощность определенная. Либо больше, либо меньше. Mm. Так вот. Ну, красиво. Вот хотим еще взять этот тройник, чтобы микроволновка всегда была включена. А да, у нас здесь только двойная розетка. Вот, и у нас нужно включить телек, нужно включить микроволновку. Еще у нас удлинитель на стиральную плиту и газовую. Вот, ну, еще одну, чтобы была свободна. Если тройник поставить, то будет у нас уже 4 их. Вот, и будет удобно. Классно. Как ты там? Ты не будешь? Нет. Ты сидишь, смотришь? Что ты включил? Я что-то включил. Так это ты у меня пульт забрал. Я? Да. Я так щелкал, просто что-то там включилось. Как ты так? Такая жизнь. Все показываем, как есть. А ты говоришь, ну ты только мои диагнозы выставляешь. Вот, да. У меня тоже диагноз. Да. Какой? Не знаю. Какой-то нехороший. Обновление файлов. Система зависла нам. Потеря пакетов. Это таким компьютерным языком. Все, я не тороплюсь, видишь? Ты уже дых-дых-дых. А я еще... Да. Еще минут 20 могу поесть. Да. У тебя...
Это первый пенек, а у меня уже пятый. Опять имя память, понимаешь? Больше. А у тебя нет. Понимаешь, у тебя пенек. Вот ключевое слово. У тебя тоже. А у меня процессор. А у тебя пенек. Нет. У меня процессор, а у тебя пенек. Не, у меня не, блин, пенек. У меня процессор. Хоть как-то он ловит. Что наелся? Печень? Печень — это то, что мы... Точнее, мы то, что мы едим. Вот. Да. Так что наслаждайся своей печенькой. Тебе, кстати, полезно. Да, да, да. Обязательно. Чуть, по-моему, с луком переборщили. Не горите. Это вроде всего одна луковица. Сколько количества? Ну, его... Свеклы мало. Это и не видно. Это свеклы нет. Свеклы мало, да. Еще вещества основного. Ну, нормально. В принципе. Ладно. Ну, хорошо. Все. В общем, всем здоровья, всем счастья. Не болейте, не торопитесь. Потому что, на самом деле, все не успеть сделать. И там, кажется, время и прочее в могилу не унесешь. Так что не торопитесь, расслабьтесь, отдохните, выдохните. Всех денег не заработать. Ой, для себя хочу сказать, всех видео не снять. Вот, ну и прочее. Иногда нужно немножечко уделить время себе. Все, всех любим, всех целуем. Любишь? Целуешь? Спасибо Вовчику, что он меня не бросает такую дурную. Все, увидимся в следующем выпуске. Спасибо, всем пока. Пока-пока.